Так, еще один прием работы с поясницей. Когда мы через ноги на нее воздействуем, поднимаем под коленку ногу, то есть просто для страховки, не на коленку, да, болезненно будет, а вот на мягкие мышцы. Пойдем, расслабь, расслабь, ногу расслабим. Вот, покачиваем, а эту рукой возлагаем на крестцово-подвздошное сочленение. Вот тут вот, вот. И щупаем, кстати, вот очень хороший, у меня мобильно сразу видно, как она шевелится. И щупаем, видим, где вот идет блок. И, соответственно, либо мы вот в эту сторону упираемся, продавливаем такой траст, либо в эту сторону. Вот. Либо продавливаем сами позвонки, все позвонки поясничного отдела. Желательно, ну это то же самое, можно даже не обходить человека, можно со второй ногой сделать. Да? То есть находим вот это место и прожимаем его. И либо две ноги сразу. Вот. И продавливаем. Вот до грудного отдела можно. Так, мягко дойти. То есть чем я тут надавливаю? Мягкими подушечками ладони. Угу. Это когда у вас есть отростки, да? А когда вот сюда, то вот этим вот. Ну, вернее, каким удобнее, да? Хоть большим пальцем можно так вот упереться. Вот. Так, это то есть, вот это если мы две ноги вот отсюда это подхватываем, да? Отсюда, да, берешь на бицепс, как бы бицепс себе еще подкачиваешь. Упираясь вот так, да. Рука. Да, ну по-разному можно смотреть, можно даже вот так вот опереться и просто вот в эти позвонки можно до... Вот так, да? Да, то есть середины грудного отдела можно пройти. Прямо по идем по позвонкам? Да. И прям по это, да? По позвонкам, да, в этом случае по позвонкам. Сильное давление идет или так, просто как бы получается. Ой, больше такой траст, как бы вперед толкаем, просто как бы декомпрессию делать, да? Да, 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 никакого там давления специального нет. Там где надо, оно само хрустнет. Так. Потом эту ногу, если вот так вот, да? Да. И упираемся сюда. Отводим ее в сторону или нас поднимаем это ты наверх? Ищешь, как надо. Можешь отвести, можешь наверх, может быть вот в эту сторону, вот так. Так, а если искать... в эту сторону, то тогда вот это лучше. Вот туда. Угу. Держи. Ищу каким получается методом? Просто вот получается тоже раскачиваю, да? Это необъяснимо, это должны пальцы почувствовать, ага. Понимаешь? Я вот не так могу тебе сказать слова. Движение идет вот сюда у нас. Если я иду сюда, то в противофазе сюда. Да, да, это логично, да. Угу. А если сюда? Получается поднимаю сюда, то толкаю туда. Да, да. Так, и в этот момент могут как раз крестцово-подвздошные эти сочленения. Они, как мы знаем, очень маленькие, там по сантиметру, по полсантиметра мышцы вот эти, да? Вот они тоже могут на место встать. Да, да, они там совсем маленькие. Да. Если мы туда вообще не долазим, да, не доходим, тогда берем одну ногу вот так вот загибаем. Ну, здесь плохо, что она не упирается. И на полу хорошо делать, давай попробуем чуть-чуть так сделать, чтобы коленка лежала все-таки. Угу. Вот. Держим коленку. Раскачиваем. И вот тут нам еще подушка опять же мешает. Ну, мы просто для безопасности девушки, потому что много приемов уже замучили. Да. Или как, или подушку можно убрать? Можно убрать. Да? Давай берем. Рит, ты не стесняйся, ты скажи, как если... Угу. Вот. И вот здесь вот уже, я тоже упираюсь вот в эту косточку, да, в ту же самую, нашу пресловутую кость забедренную. И тут уже резко сильное давление, вот такое. Особенно Рит, для... больно? Неожиданно, никто это не делал. Вот. Иногда прямо аж двумя руками так, потому что тазовые кости, они очень мощные. Ну, где-то нам попалось кузненько, а так бывает, что вообще люди мощные, их не продавить. Так, попробуй, это да. Получается вот ножку. Так, сейчас я ножку сюда. Вот так вот, да. Чуть-чуть отдвинь. Да, чтобы упирался. Вот так вот, да? Угу. И вот сюда упираемся, да? Да, да, да. Так. И тоже, ну, тоже раскачиваем, да, дальше, да? Да, и соответственно движение должно быть декомпрессионно, то есть немножко туда. Вниз. Вниз, да. Ну, получается по диагонали. Вот так вот раскачали и... Да, 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 и резко давление, да. Тоже на вдохе, на выдохе, да? Угу, да. Так же, раз, раз и ушли. Да. Раз, раз и ушли. Угу. Так. Сейчас да, Макс уже придет, я на нем буду. Все правильно, сейчас ушли. Да. У некоторых людей нога сползает, так что приходится ее так вот надо поддерживать. Нет, в данном случае в эту сторону. Пожалуйста, вот так вот.
Вот. А в следующем приеме мы перейдем к работе с поясницей, но это у нас уже будет скручивание. Угу. То самое знаменитое, которое все любят делать. Помнишь, да? Ну, я делаю как бы именно на уровне растяжки, это постоянно делаю тоже. Нет, оно именно лечебное, сейчас все нюансы покажу. Именно с трастом? Нет, траст я не делаю, с я трастом, именно да. делаю на уровне растяжки это скручивание. С трастом, а там, ну, еще позвонки будем щупать.